Мы, короче, едем из Казани. Я один. Еду из Казани на юг, в Кабардинку. Потом в Грузию. Потом в Абхазию. Вот. Короче, мне предстоит проехать около 2000 километров или 1800. Короче, я промок до нитки в палатке. Вода капала с потолка, водопадом лилась мне на голову. Я проснулся от того, что плавал. Я проснулся в акваланге. Мы сидим в кафе. Это была трешовая ночка, я спал полтора часа. Мы где-то под Саранском. А, да, еще мы проебали. Еще я проебал свои очки. Ну, в общем, приключения не закончились. Я поставил палатку ночью, в 3 ночи. В 6 нас разбудил какой-то тракторист, сказал, это частная территория, и попросил валить. Хочется только одного поспать. Они и так бренчат, их подстраивать надо. Ну вот, дамы и господа, мы, то есть я, находимся на трассе, подъезжаем к Саратову. Вчера был у нас классный, веселый день, мы промокли и весь день были не выспавшиеся. Но до Саратова доехали. Надо было обстановку комнаты показать, где мы все сушили, где я все сушил. Вот. Следующая остановка будет у нас... Следующая остановка в Краснодарском крае. Я провел бессонную ночь в маршрутке из Краснодара. И вот я в Геленджике. Вот оно, я залез на гору. Там люди купаются, наслаждаются. А потом я поеду в Кабардинку. Вот. Итак, начинаю свой репортаж. Это Антон, который вновь пропустил свою остановку. Антон, снимай. Давай, Антон, отвлекись. А, в общем, мы поехали из Геленджика в Кабардинку, сделали крюк и поехали обратно, потому что забыли выселиться. Ждем автобусы, там нихера не слышно. Мы ехали из Геленджика в Кабардинку. Но в Кабардинке автобус развернулся обратно, и мы этого не заметили. Сейчас ждем обратный автобус опять в Кабардинку. Антон очень голоден за всю дорогу, поэтому поедает.
Советы. Совет номер 23. Как попасть на море? Вот мне, например, было пофигу на море. Мне не хотелось на море. И вот я на море. Поэтому, если хочешь на море, ты должна быть на него попой. С утра в выходные, дороги пустые.